когда-то сгорел вот такой электрический чайник, не выбрасывайте его. Я сейчас вам покажу, как продлить ему жизнь. Смотрите, берете такие вот камушки. Засыпаете. Камушки какие, кто хочет. Вот такую вот зелень. Вот кладете. Ну, у меня получилось вот как бы так. В чайнике вода обычно отстоявшаяся. Или из кулера. У меня из кулера. Наливаем воду. Так. Ну, примерно вот столько воды хватит. И пускаем рыбку. У меня гуппи одна. Вот. Здесь еще хорошо живет петушок. Петухи тоже хорошо живут. Смотрите. Пожалуйста, вам аквариум готов. Вот сейчас я его вот так поставлю. Вот вам аквариум. Спасибо за внимание.